промоутеры Головкина и Канело высказались о дате третьего боя. Денис Лебедев признался, что планирует завершить карьеру после поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком. Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал бой с Хосе Педрасой. Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес поделился мыслями о будущем своего подопечного. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Промоутер Геннадия Головкина Том Лёфлер и промоутер Сауля Альвареса Эрик Гомес прокомментировали информацию о том, что забронированная дата 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе была выделена под третий бой. Просто мы отложили эту дату. Вот и все. Команда Головкина лишь предполагают, мы отложили эту дату 4 мая для Канело, подчеркнул Гомес. Это вопрос Golden Boy, это они запросили дату, добавил Лёфлер. Отметим, что и первый, и второй бой Головкина и Канело также прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Теперь на сайте спортивной комиссии штата Невада 4 мая 2019 года там же значится вечер бокса, организованный Golden Boy Promotions и Triple G Promotions. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA с приставкой в отпуске Денис Лебедев признался, что планирует завершить карьеру после поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком. Команды боксеров ведут переговоры о проведении такой встречи, но недавно менеджер украинца дал понять, что организовать этот бой может быть сложно. Я обещаю сейчас всем, что если бой с Александром Усиком состоится, это будет последний поединок в моей карьере. Я его обязательно выиграю, постараюсь выиграть. И закончу свою карьеру боксера, если победит Усик, то проиграть лучшему не стыдно, сказал Денис Лебедев. Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу в бою за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе. Поединок продлился всего 12 раундов, по итогам которых украинец выиграл единогласным решением судей. Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу. Поэтому я выражаю ему и его команде респект, я очень рад своему выступлению. Теперь я еще ближе к своей цели, спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать, спасибо большое, с плечом все в порядке. Я не имею с ним никаких проблем, здоров на 100%, сказал Ломаченко после боя. Тренер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес поделился мыслями о будущем своего подопечного, которому в апреле 2019 года должно исполниться 37 лет. Посмотрим, останется ли он в среднем весе или перейдет во второй средний. У него осталось в боксе 2-3 года. И они должны быть очень продуктивными, я бы хотел, чтобы это было 2-3 года. Важно то, что он сохраняет мотивацию и отдает в зале всего себя работе так же, как и прежде. Если ничего не изменится, то думаю, что он проведет еще 5 или 6 поединков, сказал Санчес в интервью. Champions never die, through it we survive, and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance, stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance, stand. As the clock ticks, watch our elegance, stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah.